А перед началом ролика хочу посоветовать вам очень классный начинающий канал Антон Вилла. Он снимает GTA CRMP, а именно Amazon Roleplay первый сир. Он крутит рулетку на бешеные суммы, снимает полезный и познавательный контент. Также проводит стримы, где он также крутит рулетку на хорошие суммы денег. Ссылка на его канал будет в описании. Я всем советую. Также, как только на его канале наберется 500 подписчиков, он между своими подписчиками разыграет 2000 рублей. Поэтому обязательно подписывайтесь, сам подписан, смотрю его. Ссылка, повторюсь, в описании. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере Amazon Roleplay. Первый сервер, мне здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте вводить мне при регистрации. И также не забывайте вводить мой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. И при достижении 5 вы получите 50 тысяч. При достижении 10 вы получите 100 тысяч. То есть в общей сумме вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazon Roleplay. Также большое спасибо всем, кто уже ввел мой промокод. Давайте постараемся до Нового года, чтобы было 1000 введенных промокодов. И также не забывайте подписываться на канал. Цель до конца этого года набрать 14 тысяч подписчиков на канале. Я надеюсь, мы это сможем сделать. Ну что ж, пацаны, сегодня мы посмотрим новую работу, а именно снегоуборщик, уборщик снега, кому как удобно. Эта работа доступна со второго уровня. Для нее нужна категория С, вроде бы как, если я не ошибаюсь. Да, на нее нужна категория С на эту машину, а категорию С вы можете получить в автошколе. Как найти эту работу? Пишите GPS, потом выбираете работы, и здесь будет уборщик снега, вроде бы как. Да, вот, стоянка уборщиков снега, вот, город Южный. Эта работа есть только в городе Южный. Раньше здесь были уборщики улиц, но их убрали, потому что ну, зима, сами понимаете, и добавили вот такую вот работу. Ну, как добавили? Ее просто изменили. И сегодня мы на ней поездим, поработаем, посмотрим, сколько нам заплатят, и вообще посмотрим, как реализована эта работа. Давайте я сажусь в транспорт. Так, аренда стоит 4500, пацаны. Ну, это довольно-таки нормально. Гора снега находится в 4500 метрах от вас. Уберите ее и получите 9000 рублей за работу. Хорошо, я завожу двигатель, и когда я уже доеду, пацаны, мы продолжим. Ну что ж, пока еду, давайте посмотрим хотя бы модельку. Максимальная скорость у этого чуда 42 километра. Это довольно-таки медленно. Мне, если что, нужно ехать в Батырево. Сейчас мы туда направляемся. Моделька очень классная. Это типа Газели, я так понял. Ну, видите, вот значок типа Газели там. Все дела. Долбоеба бросает машину на дорогах. Ну, ничего не меняется, пацаны. А, нет, вот он не бросил машину. Просто, сука, остановился посередине. Ебать же долбоеб просто. Реально меня такие люди бесят. Так, он должен меня пропустить. Отлично, молодец. Респект тебе. Чувак на RS7. И что мы, короче, видим на этой модели? У нас есть такой вот ковшик, если это можно так назвать, который якобы откидывает снег. И также у нас есть сзади кузов, в котором лежит песок. И, по идее, отсюда он должен, типа, рассыпаться. Но пока что GTA CRMP не настолько классная, чтобы здесь работала такая функция, типа, рассыпание не снега, блин, а песка. Рассыпание песка там и так далее. Такого, конечно же, сделать нельзя в CRMP. Пока что. Возможно, в 0.37 можно, но в 0.3E нельзя. Блин, очень классная моделька. Тут такой у нас баллон. Так понял, и так далее. Ну, это очень классно. Реально, за модельку респект просто. Очень круто выглядит. Мне действительно очень нравится. Только эти фонарики как-то непонятно горят на самом-то деле. А, они типа сзади горят. Не, ну моделька реально очень качественная. Мне она нравится. Все, давайте, когда я уже доеду, мы продолжим. Ну что ж, вот я доехал до этого места, где нужно мне чистить снег. Я уже чуть-чуть почистил. Ну, как один раз проехался. Типа, мне нужно много раз проезжать через него или что? Я просто не понимаю, как его чистить. Да, мне нужно по сыну туда-сюда ездить, пацаны. И он пропадет, типа. Ну, такое себе, видите, это надо туда-сюда ездить. Конечно, это геморрой полный, потому что здесь мало места. Блин, там какие-то бандиты стоят. У них, походу, капт и... или РПш какая-то, поэтому... Конечно, такое себе, если ездить туда-сюда. Пытается? Нет, надо только вперед ездить. Ладно, давайте, когда я уже буду уже заканчивать, ну, чистку этого снега, то я уже включусь. Ну что же, пацаны, я почти закончил. Я вот тупо катаюсь сюда-сюда. Это самый нормальный способ. Чистить, видите, она даже уменьшается, видите? Реально она уменьшается на глазах. Это очень круто реализовано. Реально за это респект тоже разработчикам. За модельку респект. Ну, респект за модельку модпакеру. А за вот такую функцию, что типа он еще и меньше становится каждый раз. Это очень круто. Да, я не по РПшему, конечно, сейчас езжу. Но, блин, по-другому никак. Потому что здесь мало места, там какая-то РПшка, чтобы я не мешал. Не ездил туда-сюда перед ними. Поэтому я решил вот так вот это все делать. Вперед-назад, так, и последний раз, чтобы все было нормально. И она должна сейчас пропасть, и мне должны заплатить деньги, да? 15 тысяч! Еба, нормально, пацаны. Тупо 15 тысяч заплатили, понимаете? Это очень нормально. Ну, сейчас просто X2 еще, и поэтому столько заплатили. Понимаете, за 5 минут, ну, реально 5 минут где-то я потратил, чтобы убрать эту кучу. Чисто туда-сюда. Ну да, 5 минут максимум просто. И понимаете, за 5 минут 15 тысяч рубить.
Это ж охуенно просто. Минуточку внимания, хочу построить бизнес нашей семьи. Наш бизнес — это спортзал в городе Арзамас. Находится он недалеко от банка Арзамаса и недалеко от перекрестка. Также его можно найти легко в GPS. Пишите GPS, 6 раздел и 21 бизнес. Вот, Титан Кирилл Гейм. И сюда приезжайте, тренируйтесь. Что здесь можно изучить? Здесь можно изучить все стили боя. Спарта, кунг-фу, кикбоксинг и удар с локтя. Если вы выучите все стили боя, вы сможете легко давать пилюлей другим игрокам. Но самое лучшее из них — это кикбокс либо ударстак. В нашем спортзале отличные ринги и можно драться на деньги. Также есть много тренажеров. Обязательно приходите именно в наш спортзал, вход, конечно же, бесплатный. Итак, чуваки, короче, начал монтировать видео и заметил, что в конце у меня почему-то произошел какой-то баг и в итоге не записалось. Поэтому я решил конец записать вот таким вот образом. Извиняюсь, пацаны, просто я не видел, что так произошло. Реально какой-то баг произошел и концовка толком не записалась, там как-то все перемешалось и так далее. Какой вывод? Я приехал тогда в Южный, убрал этот снег возле казино и мне заплатили 8000. Работа довольно-таки прикольная, в принципе, для новичка самое то. Работа со второго уровня, все очень классно. Еще прикол в том, когда эта работа была уборщика в улиц, то у них были маленькие машинки, и их постоянно подрезали. А теперь их точно подрезать никто не будет, потому что махина как бы здоровая. Мне работа понравилась, реально кайфовая работа, можете работать. Мне кажется, за час можно спокойно при x2 60 тысяч заработать, поэтому для новичка это реально идеальная работа. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока.